Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня моего любимого подписчика, к сожалению, обманули на аккаунт, и все его скины просто взяли и продали. Это Васянчик, я думаю, вы его знаете, видели у меня на стримах. Так вот, он мне пишет, что его обманули. Васянчик, расскажи, как это произошло? Я дал другой аккаунт, зашел на аккаунт и все скины вывел на свой аккаунт. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Капец, вот это называется друг, дали другу поиграть. У него был раньше крутой нож бабочка, говорит, друг, вот, держи, поиграй. А друг взял и все нахрен продал. Блин, таких друзей надо просто злотить. Короче, ребята, прямо сейчас мы прокачаем Васянчика. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Мне прям Васянчик пишет, ВК Кента ПК, это моя мечта, прокачай меня, у меня ничего нет, у меня все продали. Поэтому прямо сегодня я исполню мечту моего подписчика. Ну че, Васянчик, ты готов? Мечта прокачка, я все мечта, ну блин, ну это круто. Так, братанчик, ну что ж, так, купим сразу всех по 5 кейсов. Как думаешь, не выпадет нож или нет? Вот просто твои предположения. Я буду очень сильно надеяться, что выпадет. Блин, нож, если тебе выпадет нож, это будет просто нереально крутая прокачка. Но вы, мои уважаемые подписчики, если хотите попасть в прокачку инвентаря, посмотрите это видео от начала до конца без примоток. И потом напишите в комментариях, почему я должен прокачать именно вас. Ну и самое главное, подпишитесь на мой инстаграм, потому что именно там я выбираю людей для прокачки. Так, ну что же, я уже купил 20 кейсов. Васянчик, братанчик, ты готов? Да, я готов. Давай сразу открою просто 4 кейса. Просто сразу, с начала этого видео. Ты готов? Варивал. Давай, я 4 райвел кейса, поехали. Васянчик, сейчас ты просто навалишь, станешь миллионером. Будешь еще своему другу говорить. Первый кейс уже легендарка. Будешь еще своему другу говорить, который тебя кинул, будешь говорить, спасибо, что ты меня обманул, говнюк, потому что меня Кен прокачал, я стал еще богаче. Обалдеть, а КР некромансер с первого кейса. Слушай, ну походу нам с тобой навалит. Братач, я готов к второму кейсу? Давай, 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 давай. Так, блин, прикинь, нож выпадет, прикинь, нож. Так, а КР-карбон статрек или нет? Блин, ну слушай, ну карбон тоже должен быть в инвентаре. Слушай, у тебя уже есть 2 КР, блин, офигеть. Давай, дружище, давай, держим кулачки. Сейчас, короче, все будет пуля. Я тебе просто отвечаю. Так, ох, да ну нахрен. Ты просто самый везучий в мире. Я балдею. Охренеть, Васянчик, вот это я тебе прокачал. 2 КР некромансера. Я в шоке. Так, ну что, давай дальше, слушай. Чё-то стравил кейсы, вообще жестко наваливает. Поехали. Так, и тебе выпадает, Васянчик. Статрек? Ну, блин. Ну, слушай, ну, Desert Eagle тоже должен быть в твоем инвентаре, поэтому пусть будет, ничего плохого. Так, слушай, какие кейсы открываем дальше? Какие кейсы? Выбирай, братанчик. Фейбл кейсы. Хочешь нож бабочка? Хочешь? Так честно. А представь, будет Легаси. Посмотри на эту малышку. Ну, скажи честно, ты бы за эту Легаси сделал бы все, что угодно? Ну, честно так. Да. Все, что угодно сделал бы, да? Сделал бы тверк-шоу прямо сейчас на видео. Сделал бы? Нет, нет. Нет? Не все. Ну, короче, почти все, да? Ладно, братанчик, давай, сейчас будет заклинание от кента. Нож, бабочка, Легаси. Пу! Выпадай! Нож, бабочка, нож, бабочка, нож, ба-ба-ба-ба! USP писец так. Блин, братанчик, ну слушай, ну USP тоже должен быть. Пока что, в принципе, все очень даже хорошо. Я бы не сказал, что это плохая прокачка. Пока что все нормалды. Давай, делаю буст сразу на 4 ножа бабочки. И вот, слушай, представь, что нож бабочка — это человек. Вот обратись к ножу бабочка. Представь, что это человек, и скажи пару приятных. Бабочка, пожалуйста, выпади мне. Ты очень красивая, ты такая сосная, прям. Я бы с тобой встречался бы, да? Да. Да, у всех нормальная девушка, у меня будет нож бабочка. Поехали! Ребят, кто тоже встречался бы с ножом бабочки, плюс комментарии. Так, M110 кибер. Ну, пока что, братанчик, чуть не очень навалило, но тем не менее. Тем не менее. Прям сейчас будем кричать нож бабочка. Кто громче, тот и победил. Вот надо, чтобы нож бабочка нас услышал. Понимаешь, нож бабочка должна нас услышать. Давай. Нож бабочка! Нож бабочка! Нож бабочка! Нож бабочка! Нож бабочка! Нож бабочка! Это работает! Это работает! Она услышала! Слушай, уже лизард! Она прилетела! Давай еще раз, а ну-ка! Поехали, поехали, поехали! Давай опять! Нож бабочка, Зэм! Нож бабочка! Нож бабочка! Нож бабочка! Бабочка! О, блин, я понял, походу наш бабочка нас обиделась. А давай так тихонечко, так ласково позовем, типа, наш бабочка. Вот так.
Нож бабочка. Нож бабочка, иди сюда. Ну нож бабочка. Ну нож бабочка. Ну нож бабочка! О, Статрек, слушай, ну мы пока что неплохо живем. Откроем кейс, чтобы не было никогда в мире кидал. Вот просто откроем кейс за всех честных игроков. Ты готов? Открываем кейс за всех честных игроков. Давай, вроде нас с тобой. Поехали. И Фома Асхул. Статрек, да слушай. Слушай, я не знаю. Пока что все очень даже неплохо. Так, ну что же, Фуриас Кейс, братанчик, может выпасть керамбит? Я скажу так, вот по-честному, мне керамбит нравится больше, чем нож бабочек. Вот я тебе отвечаю, не вру. Поэтому я считаю, братанчик, мы должны с тобой выбить этот чертов керамбит! Керамбит! Хэштег керамбит комментарии. Так. Почти, подожди, сейчас навалит керамбит. Я чувствую, у меня чуйка, у тебя тоже чуйка? Сейчас будет керамбит. Блин, обалдеть, прикинь, керамбит, вот это будет круто, давай, керамбит! Давай. АКР Спорт. Статрек, да ну да! Офигеть! Братан, слушай, что-то Фурис Кейс вообще наваливает. Давай, готов? Просто скажи, готов, я открываю. Я готов. Поехали, так, керамбит. Легендарка! Да, блин, слушай, скин на ВМ тоже нужен. Ну согласись, ну полезный скин. Да, блин, обалдеть. Давай, братанчик, еще один Фурис Кейсик, ты готов? Держим кулачки. Давай, вот так прямо сейчас, держи кулачок к камере. Поехали. Так, керамбит. А, керамбит пролетел, ты видел? Блин, обалдеть. О, опять Сатрек Юмпи Шарк. Я в шоке просто, слушай, пока что все очень даже хорошо. Так, братанчик, пока у нас идет белая полоса, надо открыть еще сколько осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть кейсов. Давай сразу два кейса откроем, просто откроем кейс за все ножи мира. Просто за все ножи мира, согласен? Поехали, 3, 2, 1. Просто за все ножи мира открывай. Прикинь, что будет какая-то Treasure Hunter статрек, я, блин, охренею. АВМ Членикс Феникс, блин, да ну нафиг, не зря у него такое название. Так, Фуриас Кейс, короче, братанчик, сейчас делаю секретный буст. Закрой глаза, потому что это секретный буст, нельзя подсматривать. Закрой глаза, секретный буст на ножи. Так, ты шел, сейчас такой нож выпадет. Так, все, не открывай глаза. Э, ты открыл, ты сбил мой буст. Сбил буст, некрасиво. Братан, закрывай глаза. Я ж стараюсь для тебя, закрывай глаза. Не открывай и не подсматривай, ща делал буст. Ножами уст, выпадами уст. И... блин! UMP Киберпанк. Слушай, Васянчик, осталось ровно 3 кейса. Открывай глаза. Осталось 3 кейса. Каждый кейс ты будешь закрывать по пальцу. Ты готов? Поехали. Просто за моих подписчиков. Вот давай, за подписчиков канала Кента ПК. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и пишите любой хороший комментарий. И нам выпадает... Эпик. Осталось ровно 2 кейса. Но слушай, с этих кейсов может выпасть АКР Treasure Hunter статрек. Так, Васянчик, прямо сейчас я делаю мега нереальный буст. Давай. Просто повторяй за мной. У-у-у. Повторяй. У-у-у. Так. Дробовик. Братанчик, закрывай палец. Так, а что ты там показываешь? Ё-моё, Васянчик! Не тот, поменяй палец! Васянчик, палец поменяй, алё! Обалдеть, Васянчик! Нехорошо, я твоей бабушке все расскажу. Васянчик, колдуй. Не останавливайся. Короче, надо еще один кейс, нам навалит. Оригинальный кейс, покупаем прямо сейчас еще один оригинальный кейс. Ты понимаешь, это белая полоса в нашей жизни. Мы станем миллиардерами. Ну как мы, ты станешь миллиардером. Поехали. Так, ты готов, Васянчик? Давай, колдуй, поехали! Ну что, ты рад прокачке? Конечно, ты что? Кен, спасибо тебе огромное, ты исполнил мою мечту, я об этом так мечтал. Больше никогда никому не пиши свои логины и пароли, потому что квинтаж да голда не бесконечная. Но вы, мои уважаемые подписчики, если хотите попасть в прокачку инвентаря, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и подпишитесь на мой инстаграм, потому что именно там я выбираю людей для прокачки. Ну а также на мой ВК, там тоже выбираю. Ну что же, с вами был Кентуха и... Васянчик. Всем удачи и всем пока. Всем пока.